Зачем они замуровали тоннель? Можно залезть по стене. Только высоко, не подсадишь. Вот, можно с этой штуки залезть. Дай помогу. А это ведь и правда сработает. Мог бы и помочь при желании. Не, вы и без меня справитесь. Не идет. Поможешь? Ага. Вот теперь стрелка в нужном положении. К вагонетке. Еще немного. Черт! Берегись! Вот и вот. Все целы? Да. А, да, только наверх нам тут уже не залезть. Да, ну, может, там пролезем. Ня, тупик! Тут все завалено. Прекрасно. Не отступаем. Высоковато. Сэм, вот ты наверняка дотянешься. Иди, я подсажу. Я помогу. Да, давай. Да, я согласен, хорошо. Мы готовы. А он упитанный. О, черт! Извините. Ну, привет. Там, случаем, нет запасных лестниц, Сэм? Пойду посмотрю. Вот безумные денечки, правда? Ну, честно говоря, я не ожидала опять увидеть Сэма Дрейка. Я тоже не знала, можно ли тебе доверять. Пришлось немного тебя испытать. Это ты про то, что мне пришлось 2 часа ждать тебя в зоне боевых действий? Ну, испытала мое терпение. Нет, тогда я просто-напросто опоздала. Там одна девочка на рынке взялась продать мне платок. Никак не могла от нее отвязаться. Ну да, конечно. Эй, возвращайтесь к рельсам, я кое-что нашел. Ага, идем. Ладно, Сэм, что там у тебя? Я нашел ящик. Ну, разумеется. Сейчас я его столкну. Стой, одного ящика мало, он маленький. А, ну да, действительно. Мы подкатим вагонетку, тогда пойдет. Ну вот, котелок у тебя варит. Чего? Ну, котелок варит. Типа, соображаешь. Я не о том подумала. Да это комплимент тут. А теперь переведем стрелки. Вы двое там отлично справляетесь. Так, приготовьтесь. Порядок. Бомбы пошли? Отлично. Идем. Давай, залезай. Ваш черед, мисс Росс. Не называй меня так. Ну, это профессиональная вежливость. В таком случае зови меня мэм. Ну уж нет, на это я не пойду. Смотрите, мы почти на месте. Сэм,
Возьми мою веревку. Иди, я ему свою дам. Меня приняли в клуб, я польщен. Никого, вперед. На, держи веревку. Спасибо. Ну, прям час от часу не легче. Люди Осавы плюс наемники, их человек 20, не меньше. Стоп. Что в этом ящике? Пушки, боеприпасы, может? Может. Я думал, твои не торгуют оружием. Ты... Мои не торговали. Черт с ним, с ящиком. Где бивень? Ну, вон Осав и... Орка. Кто? Мой заместитель. Помню этого типа. Да, точно он. Такой же потлатый. Да? А? Уловила. Все, сделка завершена. Бивень забрал твой орка. А мы заберем у него. Эй, так-так, стоп. Куда? А как же план? Я же говорю, там человек 20, не меньше. Не парься. Дольше проживешь. Я так горда. Я не понял. Ну, прекрасно. Он взлетел. Все, остались мы без бивня. Нет, перед уходом им надо зачистить сектор. Зачистить про нас? Собьем засранца. Прямо здесь!
Они ушли туда! Я вижу цели! Ты сделал с компанией? Ну, она больше не убыточная. Это был риторический вопрос, Лапа. Надо было пристрелить тебя на острове. Надо было. Не пришлось бы смотреть, как вы убегаете, поджав хвост. Так, может, вы потом отношения выясните, а? Бивень, давайте. Вы с ним партнеры? Либо у вас память отшибла, либо дела идут еще хуже, чем я думал. Ну да, я смотрю, мне тут никто не рад. Это не я опустилась до продажи оружия банде мятежников. Ну вот оно. Вот оно. Вы всегда мыслили мелко. Вы правда думаете, что я выменял бы его на обычное оружие? Да мне плевать. Отдай бивень. Черт возьми. Вы же пропустите фейерверк. Повторять не буду. Ладно. Ловите. Метка. Спасибо. Только разброс великоват. Слезай с меня. Ага, понял. Можно я посмотрю? Эй, вообще-то мне причитается треть. С тобой Хлоя поделится. Слушай, ты тут новенькая, и так в нашем деле не принято. Это плата за услуги. Нет, погоди минутку. Это бомба. Что? Господи, Асаф,
обменял бивень на бомбу. Фейерверк. Это плохо. Да. Рельсы проходят через город. Через рынок. Так, нужна связь. Сообщим властям. Будет поздно. Если рванет, погибнут тысячи. Ну, это, конечно, ужасно. Но мы-то свое получили. Я... Что? Ты что, правда за поездом собралась? Ну ладно. У тебя план-то есть? Планирование в этой организации пункт опциональный. Позволишь ей себя угробить? Нет, я... Ну, она вроде как права, черт, я не знаю. Это не наша война. Сама сказала. Догонишь поезд, что потом? Бомбу уже не обезвредишь. Согласна. Хорошо. Значит, мы сообщим властям. Это не наша война, а моя. Если бомба рванет в городе, такое начнется. Я не могу сбежать. Устала я убегать. Погибнешь. Не дождешься. Эй! Отложи мою долю, ладно? На всякий случай. Эй, я тут с ней не останусь. Вылезай. Нет. Это мое место. А. Ладно. Я пересяду. Ну что?